вроде спокойно. Это безумие. Абсолютно. У тебя нет предчувствия, что прольется кровь? Есть. Слушай, Кэш, если один из нас не вернется, я хочу, чтобы ты знал. Ты лучший коп, с кем я работал. Я тоже должен тебе признаться. Если ты не вернешься, а я вернусь, я буду встречаться с Кейки. Лично против тебя я ничего не имею. Угу. Но я не хочу среди ночи будить Кэтрин, чтобы сообщить ей, что с тобой что-то случилось. Если это произойдет, я умру. Ничего со мной не случится. Я заговорен. Угу. Ладно, обещаю. Я к ней не подойду, пока ты не дашь своего благословения. Справедливо? В таком случае не дождешься. Я знал это. За работу. Это Оуэн. Значит, есть сведения о Паретти.